Сотрудница рассказала, что мужчина вошел в торговый зал, похитил медикаменты с витрины и, не реагируя на просьбы оплатить товар, скрылся. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В течение часа на улице был задержан 48-летний приезжий из Новокубанского района. В ходе разбирательства выяснилось, что это не первое его преступление. Накануне мужчина похитил с витрины магазина газонокосилку. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет.